Агентство Априори Артс совместно с фирмой Мелодия при поддержке компании Yamaha представляют свой новый проект под названием Мелодия Априори. Это серия из 4 концертов, которые пройдут в Малом зале консерватории с сентября по декабрь 2016 года. Обязательно запомните это число 29, потому что именно 29 числа каждого месяца мы будем представлять вам очень-очень интересную программу в исполнении просто-таки экстраординарных музыкантов. Все концерты будут записаны для дальнейшего выпуска в формате Live CDs на фирме «Мелодия». Поэтому даже все ваши вздохи, чихи, шуршание бумажками, икота, ну и, конечно же, аплодисменты, слезы, крики «Браво!» будут тоже записаны и, безусловно, останутся для истории. Поэтому вы просто обязаны прийти в Малый зал консерватории и провести с нами 4 замечательных вечера осенью и зимой 2016 года. Очень всех вас ждем. 29 сентября в Малом зале консерватории Григорий Каратенко, Евгений Румянцев и Сергей Полтавский. Трио «Низкие струнные». Низкие и струнные. Приходите. Самая необычная музыка для такого состава. Мальчишки, девчонки, родители, приходите, будет здорово. Малый зал консерватории, это не страшно, наоборот, очень даже весело. Дорогие друзья, любители классической музыки, обязательно приходите к нам на концерт. Это будет действительно круто! Друзья, 29 октября. Новый русский квартет, Людмила Берлинская, Игорь Федоров. Мы делаем запись диска прямо в зале во время концерта. Будут замечательные произведения, будет квинтет Метнера, квинтет Шостаковича, будет еврейская увертюра Прокофьева, будет пьеса Алексея Курбатова, может быть, будут какие-то мои пьесы. Приходите, потому что мы запишем диск, мы выпустим его на фирме «Мелодия», и потом вы будете слушать этот диск совершенно с другим чувством. Вы будете рассказывать своим внукам и правнукам, а некоторые, особенно любящие музыку, даже праправнукам, о том, что вы были на записи этого самого диска. Приходите, будет здорово. Я так рада, что я смогу наконец-то осуществить свою мечту всей своей жизни. Я столько лет играю эти два потрясающие сочинения. Квинтет Метнера и квинтет Шостаковича. И мне ни разу не удалось их записать. И вот, наконец, 29 октября мы, благодаря фирме «Мелодия» и Леночке Харакидзян, сможем осуществить эту мечту. Приходите все, мы вас очень ждем. Дорогие любители камерной музыки, приходите в Малый зал консерватории на концерты проекта «Мелодия. Музыка априори». Это будут очень интересные программы, яркие, самобытные музыканты. И я надеюсь, что вы вместе с нами проведете незабываемое время. Мы вас ждем. Друзья, приходите на концерт. Программа очень интересная. Что я вам точно могу сказать, что играть мы будем точно лучше сборной России. Ждем вас! И, друзья, приходите все на концерт 29 октября в Малый зал консерватории. Мы исполним отличную программу в отличной компании. Всем привет из Перми! «Мелодия Априори» – это самый фантастический проект следующего сезона. Это невероятная серия концертов, это фантастические музыканты. Берите с собой соседей, друзей, родственников, знакомых, возьмите с собой тещу, ну пусть она послушает потрясающую музыку, вы с ней помиритесь. Я жду вас. Быстро в кассы. Все в кассы. Все билеты скоро уже будут проданы. Они будут проданы буквально через какое-то мгновение. Я жду вас. Ваш Игорь Федоров. Добрый день, дорогие телерадио и также слушатели акустических залов.
Я всех приглашаю на наш концерт 29 ноября, кажется, 29 ноября, с тремя выдающимися трио, одно из которых никогда не звучит практически в концертных залах, поэтому это уникальная возможность его послушать. Гениальная музыка, гарантирую. Трио Мечислава Вайнберга. Также прозвучит первое трио Шостаковича и трио Равеля. Я буду играть их с выдающимися музыкантами, моими коллегами Сашей Бузловым и Айленом Притчином. Everybody singing out, welcome. Вперед, салют. Дорогие друзья, ну что еще можно сказать, когда на афише значатся такие замечательные произведения, а исполняют их такие хорошие музыканты? Сказать можно только одно. Надо обязательно идти в кассу, покупать билет, ну и, разумеется, встречаться на концерте. Мы вас очень ждем. Пока. Дорогие москвичи и гости столицы, я с радостью хочу вас пригласить на концерт, который состоится 29 ноября 2016 года в Малом зале Московской консерватории. Я с нетерпением жду этого концерта, в котором я и мои замечательные коллеги-музыканты Лукас Генишес и Айлен Притчин будем играть три фортепианных трио. Это редко исполняемое трио Вайнберга, ставшую уже хитом трио Шостаковича номер один и мое любимое трио Равеля. Всех нетерпением жду на этом концерте. Всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Добрый вечер. Хочу пригласить всех слушателей на концерт 29 декабря в Малом зале консерватории. Я буду играть с Андреем Жириховским песни «Фуга Вольфа». Замечательная музыка, все его жду и очень-очень буду рад видеть. Спасибо. Дорогие москвичи, гости столицы, дорогие друзья, 29 декабря приглашаем вас на замечательный концерт, где мы с Вадимом вместе будем творить, будем играть и петь для вас. С любовью и с радостью. До встречи. Ждем вас на наших концертах. Всего доброго, хорошего настроения и здоровья!